Сегодня 28 октября, 20 градусов тепла. Идем на море купаться. Когда закончим мы купаться, не знаю. Дай бог никогда. А дай бог никогда. И в декабре тоже будем купаться. Так что продолжаем жить в тепле и радоваться теплу. Просто продолжаем свое лето. Чего про комарики? Комарики, толкунчики летают. Бабье лето, значит. Не хочу я никаких комариков. Я хочу, чтобы было тепло, светло и без комариков. Так, всегда мы по Ленину нашли. Сейчас хотим спуститься пониже, да? Мне, кстати, старая Анапа нравится больше. Ну, а новая? Новая привычнее глазу. Сейчас новые города, все так и... Вот так вот мы собираем орешки. О, подобрал только что. Тут их много. Грецких орехов. Орехов или орех. Деревья. Вот, идем, гуляем и собираем орехи. Идем по Владимирской улице. Она ничем не отличается от остальных других. Все они тут одинаковые. Тротуарчики одинаковые. Деревья одинаковые. Дороги тоже. Так что, есть ли смысл менять свою траекторию? Вот чего мы увидели. Атланты. Держат домик. Держат домик. Бедненький, вам не тяжело. Держите, моя хорошая, держите. Даю жилье на зимний период. Вот. Очередной выход на площадь Советов, по-моему, называется. Вот анютины глазки, мне кажется, всю зиму здесь будут цвести. Вот сколько я помню на каналах. Красиво цветут всю зиму. Мне так кажется. Ну, так, как всегда. Все красиво, все здорово. А там выход на пляж. Это же аквапарк. Вот. Торгово-развлекательный комплекс пришли мы. Колесо. У колеса мы, кстати, не были. Как-то мы его издалека всегда видели, но мы его никогда сюда не приходили. Оно и не крутится. Хотя сегодня воскресенье. Здесь ничего не работает. Уже, мне кажется, не работал, когда мы приехали сюда. В Сочи все работало, а здесь нет. Здесь аквапарк. И парк. Но все здесь только летом работает. Ладно, пойдем мы ближе к пляжу, к морю. Пришли в очередной раз на пляж. Море, море. Ну, сидят пожилые, приносят с собой сиденье, раздвигают и сидят. Да, мы подальше ходили, поближе ходим. И туда, и туда, и туда. Везде хорошо. Вот тут уже большую часть убрали. Видишь, осталось немножко уже грязи. А вот здесь уже поубирали. Ну, ведь здорово. Делают. Делают. Чистят.
Море, на море, конечно, можно бесконечно смотреть, любоваться, слушать и быть у него. В очередной раз я уселась на берегу моря и наблюдаю за набегающими волнами. Муж раздевается, купается. Сегодня 20 градусов, море 14 градусов. Так что море становится холоднее. Муж аккуратнее, волны большие, не заплывай далеко. Плавает мой морж, вам не видно. Мне это хорошо видно, вам не видно. Солнышко. Сижу в конце октября, загораю на солнышке. В этот раз я ноги свои прикрыла сумочкой, чтобы вообще солнце не попадало на те места, где не закаленное тело. Морда закаленная. Купался мой Витязь, выходит из морской пучины. Красота! А мимо проходит все в шапочках и в куртках. А мы раздетые, да еще не замерзли. Ну как, водичка? Как всегда, да? Хороша чертовка.